Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре приманка типа хорватское яйцо от производителя BAT, называется оно Gore. Флип вставляется в пластиковой упаковке, в которой довольно-таки плотно лежит, но в принципе здесь впаянный стационарный одинарник, и здесь по сути нечему даже и повреждаться, поэтому данная коробка отлично подходит для данной приманки. Большое смотровое окошко, где можно рассмотреть расцветку и оснащение данной приманки. На лицевой стороне видим логотипы производителя и также наклейку с основной информацией по приманке. Название сказано, что это топ-фотер, размер 55 мм, вес 11 грамм и приманка сильно плавающая. Сзади сказано, что стоит крючок здесь от Owner и расцветка B010. На сайте есть выбор из 12 цветов, цвета довольно-таки разнообразные и в основном яркие. Есть даже расцветка Double, такая в натуральном, идет сине-серебристый. Немножко порвалась упаковка, причем я не делал для этого никаких усилий, просто разорвалась крышка. Вообще упаковка абсолютно неудобная, с данной картонной закрывашкой открывать и доставать абсолютно неудобно. Итак, приманка по типу хорватское яйцо, в данном случае по форме напоминает арахис, состоит как бы из двух частей, не имеет никаких активных элементов, ни хлюпалки, ничего подобного. Данные приманки шикарно себя показывают на мелководных участках, на жабовниках, для ловли щуки, змееголова, для ловли баса. Но я взял себе как раз таки для ловли щуки в летнюю жару, июль, август, когда почти все меляки зарастают ряской, и как раз в этот момент настает время подобных топ-вотеров, которые отлично эти места проходят. Крючок направлен жалом вверх и поэтому ничем не цепляется. Есть варианты, что иногда на крепежную петельку, либо вы крепите через, например, струну, тогда туда попадает мусор. Но если вязать напрямую через нитку, неплохо, в принципе, проходят различные травянистые места. И много выходов на подобную приманку, но реализация, естественно, страдает. Щука часто мажет, и щука часто бьет в саму приманку, не попадая на крючок. Поэтому имейте это в виду, но даже каждая поклевка, каждый выход на эту приманку, это своего рода эмоции, адреналин, и даже наблюдать за выходами очень интересно. То есть это такая зрелищная рыбалка, где ты видишь, как щука, раздвигая траву, выходит на приманку, делаешь паузу, и она в этот момент атакует. Если все удачно складывается и она атакует сзади, то данный крючок с довольно-таки хорошим поддевом, естественно, уже ее просечет. Он неплохо заточен, здесь имеется бородка для удержания на нем щуки. И крючок здесь неплохой. По покраске тоже никаких вопросов нет. Четкие переходы, интересные рисунки. Есть выбор из различных рисунков с полосками, с точками атаки. Яркие, легко отслеживать. Щуки на такую приманку легко прицелиться. Ярко-красная точка, желтый сам воблер. И на фоне неба довольно-таки неплохо ее видно. Ну а вам легко отслеживать по ярко такой оранжево-красной голове. На воблере имеются интересные такие вклеенные глаза с голографическим зрачком и черной радужкой. Крепежная петелька довольно-таки большая и можно использовать с любым размером застежек. Отличные полетные характеристики. Данное хорватское яйцо при весе в 11 грамм, не имея абсолютно никакого сопротивления, неплохо пробивает ветер и далеко и точно улетает. Проводка либо простая медленная равномерка, где воблер раздвигает траву, различные рывки с паузами, подбираем анимацию и ждем результативных поклевок. Хорватское яйцо от производителя BAT Gore Flip. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!